Сегодня слишком часто произносятся страшные слова «Третья мировая война». Те, кто об этом говорят, даже не отдают себе отчета в том, что это такое. А ведь достаточно взорвать 30 ядерных боезарядов, чтобы на всей планете наступила ядерная зима. Климат Земли изменится кардинальным образом. Сотни миллионов тонн грунта, сажа от горящих городов и лесов сделает небо непроницаемым для света. Солнечный поток у поверхности земного шара сократится в 400 раз. Наступит глобальная ядерная ночь. Температура воздуха на материках снизится на 15-20 градусов, в отдельных районах на минус 30-50 градусов. Миллиарды людей будут умирать мучительной смертью от холода и голода. Последний раз наша планета вошла в такое состояние 600 миллионов лет назад, при крупнейшем, как полагают ученые, за всю историю Земли извержении вулкана.